Харциске недавно был завершен ремонт двух лифтов в доме 28А на улице Патона. Специалистами уже проведен технический осмотр и проверка их работы под нагрузкой. Капитально отремонтированные подъемники в многоэтажке на трубной стороне снова поедут, как только будет готова вся необходимая документация по вводу их в эксплуатацию, отмечают в горадминистрации. Между тем, еще на 4 объектах в Харциске сегодня ведутся работы. По адресам Героев Сталинграда 5, 4 подъезд 55% выполнения, Нахимова 72, 1 подъезд 25%, Нахимова 72, 2 подъезд тоже 25% выполнения, Нахимова 72, 3 подъезд тоже 25% выполнения. Там проводятся работы капитального характера. Подрядная организация ФЛП «Левицкий» обязуется выполнить капитальные работы в срок, согласно графику. Всего в Харциске 185 лифтов. За обслуживание большинства из них отвечает городская служба единого заказчика. На балансе коммунального предприятия находится 159 пассажирских подъемников. За работой остальных 26 следят сами собственники квартир, проживающие в многоэтажках ОСМД и ЖСК. Все без исключения лифты уже выработали свой ресурс. Они были введены в эксплуатацию в 80-е, а предельная работоспособность механических и электрических частей конструкции рассчитана на 25 лет. Вышедшие из строя элементы устройства восстанавливают либо меняют на новые. Но это требует немалых средств. За последние 4 года в Харциске удалось восстановить 50 лифтов. Еще 9 планируется капитально отремонтировать в нынешнем году.